Портал новости попытался выяснить информацию относительно дружбы всемирно известного нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду и артиста из Кыргызстана Алмаза Шаадаева. С Алмазом я познакомился недавно, быстро поладили друг с другом, сейчас он вроде собирается провести гиф, я конечно же его в этом поддерживаю, да и друзей своих попросил оказать ему поддержку. Друзья Криштиану Роналду также сказали пару слов в сторону поддержки. Если честно, то я не знаю, кто такой Алмаз, но меня попросил Айганеш, поэтому я и согласился. Участвуйте в его гиве, вот что могу сказать. Алмаз? Гиф? Впервые об этом слышу. Да, со мной кто-то связывался по поводу рекламы из Кыргызстана, но я говорил, что соглашусь при оплате в 500 миллионов долларов. Знаменитый артист из Кыргызстана Алмаз Шаадаев об этой ситуации рассказал совершенно другую информацию. Да, я провожу гиф, и у нас хорошие отношения с Роналду. Также он обещал помочь мне с рекламой, говорил, что после пандемии прилетит к нам в страну. Ну а более подробную информацию о гиве Алмаза Шаадаева и Айганеш Абдиевой вы узнаете в следующем выпуске.